Но вот такого серьезного повода критиковать защитников Свонси в этом матче, в том, что касается борьбы на втором этаже, нам еще не приходилось. Наверху очень уверенно чувствует себя эта команда. Ну а здесь и вовсе недолет. Фабио на подборе, естественно, с его ростом нечего делать в штрафной площади. И неудачная игра бразильца могла спровоцировать и провоцирует контрвыпад. Натан Дайер расстреливает ворота. 3-0. Ну что, тушим свет или как? 63-я минута. Свонси во всей красе предстал в первом туре. Никакой раскачки. Мы узнаем старых добрых гусей-лебедей. В новом теперь уже сезоне. Да, Фабио, конечно, здесь постарался. Клинт Хилл не достал этот мяч, хотя, казалось, у него какие-то шансы на это все-таки были. И тем самым расчистил коридор к воротам своей команды для Натана Дайера. Ну, а тот исполнил как следует. Еще один классный гол. И, кстати, второй уже забитый в контратаке Свонси.